Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні в Одесі стартує масштабний фестиваль гігантських китайських ліхтарів. І сьогодні в нашій студії організатор фестивалю та керівник компанії «Grand Event» Денис Погорєлка. Вітаємо, Дениса. Розкажіть про програму фестивалю, що планується та наскільки гігантські будуть ці ліхтарі, як ви їх готували та скільки часу йшло на підготовку фестивалю, адже це вже вдруге в Україні після Києва, наше місто вдруге. Дякуємо за це. Да, фестиваль действительно очень интересный, всем киевлянам очень понравилось, и гостям столицы. На самом деле фестиваль это... Все многие думают, что это фонарики, которые запускают в небо. Это совсем не те фонарики, это они не горят. Это такие светящиеся инсталляции большие, масштабные. То есть, например, дракон там, он 40 метров в длину, 5 метров в высоту. И таких, в принципе, инсталляций очень много. Есть инсталляции как бы такие средних размеров, но при этом при всем очень много разных интересных зон. Там фламинго, сад фламинго, такой панды, пингвины, ну то есть очень интересно. Есть и побольше инсталляции, воины древнекитайские такие. Ну, сколько есть... всего этих инсталляций будет? Порядка поставлен? 30 у нас зон, разные арки. Як взагалі з'явилася ідея це провести в нашій країні, де побачили раніше це та як вирішили все це організувати? Ми бачили цей фестиваль в Китаї, він має таку 200-тисячну літню історію, можна так сказати. Дуже давно цей фестиваль почався, да, і він как бы обрел таку новий інноваційний, можна сказати, формат світящихся інсталяцій, тому що раніше дійсно були фонарі фестиваль таких у них, який запускався в небо, зараз це вже такий більш серйозний, цікавий проект. Далі вже почали смотреть, наблюдать, что он набирает очень большую тенденцию по всему миру, в разных городах. Этот фестиваль подобного формата побывал там более 40 странах мира уже. И ну, мы как бы так подумали, почему бы нам бы не привести, мы всегда стремимся к тому, чтобы были такие интересные, более международные форматы фестивалей. Вот, мы за ними как бы, можно сказать, гонимся, хотим, чтобы они у нас были, и вот как-то так вот. Сам фестиваль сьогодні стартує, а пройде аж до кінця серпня, так, якщо не помиляюся. Тобто є можливість під час усього літа побачити, прийти. Чи плануються якісь заходи ще в рамках цього фестивалю, якісь виступи, можливо, якісь з китайською тематикою? Так, да, однозначно. Я вам скажу, що от прямо сьогодні к нам приїжджають китайські артисти, наших партнерів, з которыми ми от сотрудничаємо. А хто саме, якщо не секрет? Акробаты в большей степени, ребята, которые делают фаер-шоу, Change Face, это знаменитая тема в Китае, такая вот очень интересная, потом выступление обезьяны, оно так звучит на нашем языке просто, но на самом деле... Справжние обезьяны? Ну, можно сказать. Человека в костюме. Да, это как бы образ такой, да. Будут вот у нас выступать эти артисты, у нас основной акцент у нас на выступлении будет это уикенд, это пятница, суббота, воскресенье, ежедневно у нас будут аниматоры, всем будет, я думаю, как бы интересно с ними пофотографироваться и пообщаться. Ну, также у нас не только будут инсталляции, также на территории у нас будет присутствовать зона с чайными церемониями, фудкорт с китайской едой, для деток будет определенная там небольшая программка такая, ну, то есть для совсем маленьких. Ну а так я вам могу сказать, что фестиваль это, у нас в Киеве говорили о том, что этот фестиваль это миллион селфи за один день, я думаю, что... Ми вже звикли, що під час наших спортивних заходів часто виступають хлопці та дівчата, які займаються ушу, з такою також китайською тематикою, з драконами, також в образах і мавпи, і інших тварин. Чи плануєте їх також залучати? Ну, ми спілкувалися з одною організацією, наскільки я знаю, зараз просто, тим більше, відпускний такий період часу, і от на протязі фестивалю ми їх будемо привлекати на определеному промежутки времени, будем анонсировать это все. То есть, да, действительно, это будет. Я, откуда вы так знаете прям? Ну, я так слідкую за спортом трошечки. Розкажіть ще, як все пройшло у Києві, коли це було вперше в нашій країні, наскільки київська публіка це прийняла і наскільки вже такі відгуки з'явилися позитивні? Ну, на самом деле, в принципі, ми бачили, що дійсно київлянам дуже подобається. Ми проводили теж на центральній локації в місті Києві, в Печерському парку. І, на самом деле, дуже людям подобався цей фестиваль. Вони приходили і отримали дійсно удовольствие від цього мероприятия. А потім ми вже почали отримати такі от відзиви о том, що ми би хотіли, нам писали в коментарях, в соціальних сетях, ми би хотіли, щоб цей фестиваль посетил бы наш город и наш. Мы потом подумали в определенный момент, почему бы не сделать такой тур по Украине с таким, ну, с этим фестивалем. Ну, ты...
Чому такий великий час? Від середини червня і аж до кінця серпня? Ну, щоб більше людей змогли? Ну, на самом деле ми зробили такий длинний проміжок часу, тому що хотіли, щоб максимальне кількість людей, тих, які в відпускний період уїжджають, приїжджають. Більше туристів. Да, і в тому числі туристи, могли, тож, які приїжджають в Одесу, могли теж посетити фестиваль, тому що такий, ну, інтересний міжнародний проєкт, який, я думаю, всім. Які плани на майбутнє, які ще міста України плануєте залучити? Ну, з подобним фестивалем мы именно с этим проектом мы планируем еще, думаю, два города посетить, и уже в Киеве у нас, возможно, будет параллельно несколько даже этих таких фестивалей. В Киеве у нас будет в зимний период времени совсем новый проект, уже совсем другой, с новыми фигурами, а этот проект будет еще в одном городе. Мы пока держим такую небольшую тайну, чуть попозже будем анонсировать и говорить. То есть два города мы посетим с данным проектом точно в этом году. Так, цікаво, якщо докладніше про самі інсталяції, як їх готували, хто їх створював, з чого вони, і взагалі, який час потрібен для того, щоб їх перевезти з одного міста в інше, щоб відтворити цю інсталяцію? На самом деле, все це ручна робота, це не робить ніякі там ні машини, ні техніка, це все ручна робота, використовується матеріал шовк. У нас потрачено більше 2,5 кілометрів шовку на всі ці інсталяції. И готовили их також в Украине? Нет, частично, то есть можно сказать так, их делали их в Китае, перевозили к нам потом сами металлические конструкции, потому что это идет потом металл, также используется аниматроника, это движущиеся элементы на конструкциях, ну и LED-лампочки, то есть у нас там порядка 15 тысяч лампочек использовано по всем фигурам. Сейчас даже я могу сказать, что даже больше, потому что увидевший масштаб локации, на которой мы проводим этот фестиваль, мы еще дополнительно привезли новые 4 зоны, даже которые у нас не было, не были в Киеве. Дуже цікаво, а які саме? Это такое большое ромашковое поле, это так символично. Еще дополнительная зона для влюбленных, сердце большое. Аисты, зона с аистами. И поле с такими цветами китайскими, то есть в отдельной зоне. Ну, вот я вам скажу, что работало над этим проектом 50 человек на протяжении трех, где-то четырех месяцев. То есть... І, можливо, якісь з цих інсталяцій раніше вже брали участь в інших країнах, у фестивалях, на них вже приходили? Да, до Києва некоторі зони були у нас в Литві, некоторі зони були в Японії, некоторі зони часті були в Китай, если я не ошибаюсь. То бишь, мы уже потом собирали совместно такой вот, делали такой микс под интерес. Ну, уже такого більш європейського формату. Яка подальша доля проєкту взагалі? Як далі плануєте його розгорнути і, можливо, якось перемодифікувати, можливо, щось нове видумати? Да, ми однозначно хочемо робити більш масштабні інсталяції, тому що, я вам скажу, для прикладу, в Китаї є у них теж цей же фестиваль, він давно-давно проходить, то есть там, это там 4-5-этажные здания, очень большие фигуры объемные. Здесь тоже как бы они есть, но они в сравнении с теми фигурами, которые есть, мы бы хотели бы делать еще больше. Хотим, понятное дело, добавить более такого европейского формата, не только делать акцент на китайскую тематику уже следующим проектом. Будем добавлять, понятное дело, украинскую символику в определенных зонах, то есть будем однозначно это добавлять. То есть мы хотим его сделать более масштабный, с новыми зонами, потому что их очень много разных интересов. А така ідея, чи є можливість десь, можливо, на постійній основі якусь інсталяцію, ну, наприклад, в Одесі десь... Зробити? Так, домовитися з міською владою, наприклад, щоб постійно був такий великий, гігантський ліхтар з китайською тематикою. Ну, чи... Подумаємо, хороша ідея, ми подумаємо по поводу цього. Можливо, може бути. Потом. Щоб прикрасити місто, так. І взагалі, як, можливо, плануєте якось з партнерами з Китаю далі співпрацювати, можливо, відправитися на їх фестиваль, щоб разом створювати щось? Ну, мабуть, да. Ми плануємо, взагалі, в принципі, з подобними проектами виходити там на європейські міста, в яких ще не проходив подобний фестиваль. Тобто у нас є вже некоторі країни, в яких не було цього фестивалю. Ми ведемо переговори з двома країнами. Це
Австрия в Вене планируем, ну и Варшава в Польше. То есть мы на данном этапе общаемся по поводу этого, но это явно не в этом году, это, скорее всего, в следующем году. Вот. Мы будем в этом проекте, в этом фестивале добавлять. То есть это инсталляция, которая хорошо смотрится только в вечернее время, потому что днем они, честно говоря, имеют вид, масштаб, но самый интерес это только когда темно. Мы его хотим более адаптировать под формат и дневного времени, то есть чтобы это был полноценный парк на протяжении всего дня. Потому что, например, если в зимнее время, то темнеет раньше, сейчас темнеет позже. Ну, то есть, как бы есть свои определенные нюансы, которые посетителям они не очень нравятся, потому что они хотят полноценный день гулять, условно говоря, не только вечером. Да, до речі, мені сказали, що це буде саме в Преображенському парку, і відкриття сьогодні в 21-й годині. Да. І все ж таки, як наскільки весь парк задіяний в цьому заході, і чому саме цю локацію вирішили обрати? Ну, парк задействован, в принципе, максимально весь. То есть можно сказать, что там свободных частей, как бы, именно как свободных, не осталось для пустых, можно так сказать. Я думаю, что человек, который будет приходить на фестиваль, он будет тратить порядка часу-полутора, чтобы погулять, с учетом того, чтобы посмотреть программу. Сегодня у нас как раз в программе будет очень большое, интересное, разное выступление. Мы ожидаем генерального консула Китая. Мы как организаторы, представители, то есть мы будем как бы делать такое открытие, барабанное шоу будет, лед-шоу, эквилибристы, будут акробаты, ну, то есть будет очень такое масштабное открытие. Локацию выбрали, ну, на самом-то деле, ну, во-первых, это центр однозначно, нам это было, ну, как бы, интересно. Во-вторых, как бы, ну, не знаю, предложили такую локацию, была идея поднять уровень парка, как бы мы только за, мы поддерживаем такие инициативы, и поэтому выбрали такую локацию. И, возможно, про какие-то еще идеи по проектам, майбутнім, возможно, не с ліхтарями, взагалі, с такими инсталляциями, ваша компания что-то планує, возможно, також в Одессе? Да, мы планируем в Одессе, это так, забегая наперед, такой анонс, мы планируем на осень, на октябрь месяц сделать фестиваль «Хризантем», в одном из тоже, на одной из локаций города Одессы. Это мы тоже в Киеве, да, вместе с делаем фестивали цветов разноплановых, там, выставки тюльпанов и однолетних растений, фестивали хризантем в том числе. И вот мы решили в этом году попробовать сделать, реализовать такой проект. У нас большая команда и ландшафтников, и озеленителей. Также, в принципе, в Одессе есть с кем работать. И мы будем, хотим реализовать такой проект, тему, которую скажем чуть попозже, хотим реализовать в октябре месяце такой фестиваль. Здесь, ну, и про, скажем еще про доступность самого фестиваля, яка вартість квитків, та чи будуть благодійні вечори? Да, значит, фестиваль, цена входа будет 200 гривен, взрослый 160 детский. У нас предусмотрена льготная категория. Много кто к нам обращается, и благотворительные фонды, и разные. Мы, понятное дело, как бы одобряем посещение таких, ну, людей, потому что как бы это однозначно нужно. Цена, скажу, на самом деле очень обоснована, потому что, в принципе, много где в других странах мира цена составляет минимум 12 евро за посетителя одного. Поэтому мы как бы выбрали такую, можно сказать, золотую середину, вот и сделали такую платную. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Дуже цікава ідея організувати такий фестиваль. Сьогодні в нашій студії організатор фестивалю гігантських китайських ліхтарів та керівник компанії Grand Event Денис Погорєлка. Спасибо. Дякую. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивили студію «Репортер». Нагадуємо, що сьогодні у Преображенському парку у 21-й годині стартує фестиваль гігантських китайських ліхтарів, який продовжиться до кінця серпня. Ви дивили студію «Репортер». Залишайтеся з нами.